Друзья, всем привет! Снова вы на моем канале. На канале, на котором мы делаем деньги из мусора. Сегодня будем сдавать металлолом. Как вы видели, наверное, многие видели в моем шорт делал, по-моему, да? Или это... нет, это было в последнем выпуске видео, где я привез вот эту вот ванну. Значит, выставлю я ее, скорее всего, в продажу. На металлолом она пока что не поедет, пусть постоит в объявлениях. Может быть, удастся продать хотя бы, ну, хотя бы, может, за 1000, я не знаю. Пока еще не думал. Значит, сегодня мы будем разбирать вот этот гигантский бойлер. Этот гигантский бойлер я взвешал, вешает он 45 килограммов. Ну, вот сейчас вот в таком вот виде. То есть у него сверху и снизу есть пластиковые крышки, кожух у него железный, плюс пена. Ну, я не знаю, ну, максимум, может, килограмм 5 с него спадет, но это навряд ли. Ну, даже если 5 спадет, то это будет 40 килограмм. Здесь у меня железа, в общем-то, немного, но что есть, что есть. Ну, соответственно, почему я принял решение еще сдавать металл, потому что я видел, что во многих регионах цена начинает падать. Но у меня такие подозрения, что во многих регионах цена начинает падать, это, скорее всего, западные регионы. Вы, конечно, напишите в комментариях, у кого какая сейчас цена на черный металл. Ну и, соответственно, ваш город напишите, будет интересно почитать, посмотреть статистику. Почему я думаю Запад? Потому что, ну, с Запада, скорее всего, на Запад и шел металл, а сейчас вот как бы вот такая ситуация, что не идет. А у нас, соответственно, Сибирь, у нас весь металл либо завод, либо в Китай. Ну, скорее всего, в Китай все идет, поэтому в Китай поставки как продолжались, так и продолжаются. У нас сейчас цена от 19 до 22 рублей. 19 рублей это жестянка, ну, соответственно, вот по вот этой цене я и буду это все сдавать. Ну что, вот она эта голая бочка, так вот она получилась, вот столько получилось отхода, вот такая вот красивая 200-литровка. Конечно, многие могут сказать, куда-нибудь ее можно использовать. Ну да, наверное, вы куда-то можете использовать, мне она без надобности, поэтому я ее в металл определю. Продавать ее никакого смысла нет. Потому что, ну вот сейчас, если даже тут 40 килограмм, умножаем на 20 рублей, это 800 рублей в металлолом. То есть, если ее продавать, то продавать как минимум за 1000. Кто будет брать вот эту бочку за 1000 рублей сейчас? Я думаю, мало таких претендентов. Поэтому, как бы горячо и больно не было это осознавать, но эта штука полетит в металлолом.
Ну что, бачки я подготовил, машина прогревается. Сейчас я эти бачки поставлю в машину и буду загружать в них остальную всю мелочевку. Есть, значит, вот такие вот у меня огнетушители, углекислотные. Сейчас мы взвешиваем, сколько он вот вешает в таком собранном виде. 8400, практически 8, 8,5 килограмм вешает огнетушитель. Значит, один я уже разобрал, внутри там ничего нету. Так просто с руки не откручивается, поэтому берем что-то тяжелое, например, топор. Соответственно, фиксируем рукой, ну и по этому рычагу бьем. Поворачиваем. Все. Все. Получаем вот такую штуку. Латунь. Сейчас клепки я отсюда спиливаю, удаляю весь ненужный пластик. Ну и получается вот такой замечательный кусок латуни. Также вот он второй, такой же есть. Ну и получаем вот такую вот тяжелую еще болванку. Все, весь металл собрал, все подсобрал. Она еще так это все выглядит в машине. Машина греется, стоит. Четыре емкости получилось, два бака разрезал. Ну, собственно, и в них все сложил. На приемке посмотрим, какой вес. Также решил с собой взять еще немного цветнинки. Вот этот мешок, это мешок с алюминиевыми банками. Ну и мешок просто с алюминием. Также все различные алюминий там в мешке. В общем, алюминиевых банок 3800, алюминия 2,5 килограмма. Все, посмотрим, что на весах покажет. Поехали. Вот они результаты. Значит, металла у нас получилось 150 килограмм на 3000 рублей. Ну там 155 там что ли, ну короче 3000 рублей. Все, и цветной металл на 570 рублей, получилось банок 3,8 и алюминия 2,5. Банки по 80 рублей, алюминий 110 и металл жестянка 19 рублей. От 19 до 22 пока что металл у нас держится. Все, вот такие вот результаты, такой вот был выпуск, друзья мои. Подписывайтесь на канал, обязательно еще у меня ссылочка будет на Яндекс.Дзен, обязательно проходите туда тоже подписывайтесь, потому что сами видите, какая ситуация, YouTube может в любое время сказать давай, до свидания и все, и на YouTube мы с вами уже не увидимся, но на Яндекс.Дзен по-любому я буду выкладывать и также выкладываю, дублирую туда, поэтому подписывайтесь, проходите, смотрите. Ну а на этом все, счастливо, до новых встреч, пока-пока.